Сказали, что с Натона ходят паромы грузовые, чтобы можно было с байком поехать. Сейчас пришли билеты брать, и нам говорят, что отсюда не ходят, только с Липаной, с Рача, пирса. Сейчас поедем на пирс Рача. Билет в обе стороны на Панган и обратно вместе с байком на двоих человек получился 620 всего. Вот выдали нам две такие бумажки. Паром ходит... Три раза, получается, в день. Да, три раза в день, в 9 утра, в 2 и в 4 вечера последнее. Вот лаунж такой, лаунж зал ожидания, да. Очень, как в аэропорту прям. Почти как в аэропорту сделано. Мини-маркет есть, туалет, кафешки всякие. Сейчас уже без 10:02, паром только прибывает, а мы должны в 2 отправляться, судя по билету. Ехать на Панган на своем байке – это очень плохая затея, потому что паромы ходят редко, 1.5 часа целых идут. Гораздо проще с Банграка уехать на катере, либо на паромчике, которые там регулярно ходят, и уже взять этот байк на прокат на самом Пангане и не тратить столько времени, вот, чтобы ради того, чтобы приехать за своим байком. Погрузились на паром. 10 минут уже третьего. Первой точкой в нашем путешествии по острову Панган был водопад Пхэнг. Он находится в национальном парке в 15 минутах езды от причала Тонгсала, на который приходит паром с острова Ко Самуи. Национальный парк, в котором находится водопад, открыт для посещения с 8 утра до 5 вечера. Водопад оказался неполноводным и не впечатлил. Дальше мы поехали к водопаду Парадайз, который по ощущениям находится у кого-то на заднем дворе и тоже вообще не впечатлил. На водопад Вансай мы заезжать не стали, мы не успевали. Зато прогулялись по пляжу Мэхат, который соединяется песчаной перемычкой с островом Ма.
На закат мы поехали в бар 360. Он находится на вершине холма, с которого открывается прекрасный панорамный вид на бухту и на закат. Приятная музыка, и в баре постоянно много людей. Приходить и занимать места нужно очень заранее. После заката мы наконец-таки заселились в отель «Утопия Ресорт». Ужинать мы отправились в один из рыбных ресторанов на пляже Чало Клам. Ужин на двоих с алкоголем и морепродуктами обошелся нам в 700 батов. Мы сняли домик в «Утопия Ресорт». Мы взяли самую простенькую, взяли с завтраком. Говорят, тут потрясающие завтраки. Домик дали с видом. Сейчас вид на темное что-то. Завтра покажу с утра вид. Должен быть хороший вид. Ванна. Самая простая комната, $35 за ночь. А мы забронировали со скидкой. У нас получилось за 10, 11 или $12. Вот это бар. Из бесплатного тут только вода. Вот это вода. Ценники, прайс. Лео 90 бат. Да, в два раза. Прилично. Да, в два раза. Вид из окошка днем. Вид с верандочки. Под нами еще один домик. По идее, вот у него ни вида, ничего нету. И по идее, он сам дешевый должен быть. У отеля есть еще бассейн, и есть еще спуск к морю, там 238 ступенек, тут сдают маску с трубкой 100 бат за день. И плюс у них еще есть трансфер 3 раза в день туда-обратно на пляже. Сейчас мы пойдем в ресторан пробовать местный хваленый завтрак. Если вдруг устал, поднимаясь с пляжа, тайцы предусмотрели такие беседочки, можно на них отдыхать. Хорошо, что весь этот путь, 238 ступенек, проходит почти весь в тени. То есть это реальный джангл пас, как они написали. Из минусов то, что ступеньки не супер удобные, ну это ладно, придирка, скажем так. А самый большой минус то, что тут очень много комаров. Все-таки это действительно джунгли такие. Плавать с маской на споте в «Утопия Ресорт» хорошо с утра, а часов в 11 дня приезжают лодки с туристами. Мы выселились из «Утопия Ресорт» примерно в полдень и поехали на Coral Beach, который также хорош для снорклинга. Сел телефон, и сейчас попробуем в новых PCX возможность зарядки. Переходник от прикуривателя к USB вставляется, и вот можно заряжать. На Coral Beach мы зависли в Coral Bay Bar,
откуда прекрасный вид на пляж, где прохладно, а еще там живет огромный свин. После Coral Beach мы заехали на пляж Малибу, один из самых красивых пляжей Пангана. Ко многим пляжам на Пангане проход через пляжный отель. Чтобы попасть на Малибу Бич, нужно пройти сквозь парковку в потрясающей пальмовой роще. Малибу – это пляж с белоснежным песком и аккуратно подстриженными деревьями, совершенно без камней. После Малибу Бич мы поехали на пляж Салат, а оттуда уже поехали на паром. Мы сделали пару остановок в интересных местах, заодно пообедали. Около пирса Тангсала есть старый военный корабль, из которого сделан музей. Это на заметку, если останется время перед паромом. Кстати, паром опоздал минут на 20, и отплыли мы на полчаса позже расписание.